В условиях коронавирусных ограничений улучшились результаты выполнения 11-классниками единых госэкзаменов, как по основным, так и по дополнительным предметам. После подсчета набранных баллов выяснилось, что выпускники 2020 справились с тестом лучше, чем их предшественники. Результаты ЕГЭ обнародованы в Управлении образования администрации округа Муром. Обязательные предметы «Русский язык» и «Математика» стали самыми посещаемыми экзаменами. Их сдавали 537 муромских учащихся. Это нынешние выпускники и прошлогодние, те, кто захотел улучшить свои оценки. С заданием по русскому языку в 2020 году не справились двое ребят и четверо не набрали проходной балл по профильной математике. Отметим, что общее количество баллов по основным предметам несколько выше, чем в прошлом году. В этом году средний балл увеличился также по ряду предметов. Это информатика, литература, история. Также достаточно большое количество выпускников, набравших 80 баллов и выше. Есть и выпускники, которые набрали у нас 100 баллов. Это выпускница средней школы номер 8 Зворыкина Полина и выпускница гимназии номер 6 Куликова Кристина набрала 100 баллов по истории. Нужно отметить, что 100 баллов у этих выпускников – это результат кропотливой, плодотворной работы в течение всех лет учебы. Эти выпускницы у нас были неоднократно победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Те выпускники, кто не справился и не набрал минимальное количество баллов, могут улучшить результат только на следующий год, подав заявление до 1 февраля в общеобразовательные организации, в которых они обучались.